Здравствуйте, доктора. Мы продолжаем с вами изучать вторичные гипертонии при различных патологиях. Ну, как вы помните, начали мы с обструктивного апноэ во сне. Затем мы разобрали ренопаренхиматозные заболевания почек и плавно перешли к эндокринным заболеваниям. На позапрошлом занятии мы разобрали сахарный диабет и основные препараты, которые применяются при лечении сахарного диабета. И на прошлом занятии мы разобрали акромегалию. Повторюсь, что кто не присутствовал на этих занятиях, может посмотреть их в записи и освежить свою память вот по этим заболеваниям. Итак, сегодня мы будем говорить снова о гипофизе, но уже разберем не соматотропный гормон, который повышается при акромегалии, а разберем повышение уровня. Вы помните, что при эндокринных патологиях мы говорим всегда о повышении уровня каких-либо гормонов при артериальной гипертензии. Мы разберем повышение уровня адренокортикотропного гормона. И, конечно же, мы уже знаем, что это может быть при аденоме гипофиза. Именно при увеличении уровня адренокортикотропного гормона развивается истинная болезнь Иценко-Кушинга. Сегодня мы еще поговорим о синдроме Иценко-Кушинга, которая, по сути, в общем, по проявлениям это практически одно и то же, вот, но он будет связан с патологией уже другого органа. Итак, истинная болезнь Иценко-Кушинга. Ну, вы видите перечисленные изменения, а изменения касаются всего организма, которые возникают при повышенном уровне адренокортикотропного гормона. Итак, это изменение личности, лунообразное лицо, повышение восприимчивости к инфекции, гинекомастия у мужчин, жировые отложения на лице и задней части плеч, остеопороз, синяки, ушибы, фиолетовые стрии, тонкая кожа. У женщин это будет аменорея, гирсутизм, общее недомогание, тонкие конечности, эдема, темно-красные щеки, гипергликемия. Это то, что нарисовано на картинке. Итак, избыточная секреция адренокортикотропного гормона вызывает повышенную продукцию гормонов коры надпочечников. Ну и вы уже догадались, что синдром Иценко-Кушинга это будет связан с повышением синтеза непосредственно гормонов коры надпочечников. А сейчас мы говорим об аденоме гипофиза и избыточной секреции адренокортикотропного гормона. Что он вызывает? Гипокалиемию, сахарный диабет, характерное ожирение с худыми ногами и руками, артериальную гипертензию, основную тему нашей с вами встречи, полиурию, мышечную слабость, остеопороз, нарушение сна и раздражительность. Ну, мы все-таки с вами встречаемся в связи с кардиологией, поэтому давайте заодно посмотрим признаки гипокалиемии, которые будут на ЭКГ при болезни Иценко-Кушинга. Ну, перед вами, просто освежим свою память, нормальное ЭКГ, и вы видите, что первое стоит зубец П, это зубец соответствует сокращению предсердий. Дальше начинается комплекс QRS, это комплекс сокращения желудочков. Дальше идет расслабление желудочков и появляется зубец Т. Вот, собственно, нормальная электрокардиограмма у вас перед глазами. Что происходит при гипокалиемии? Ну, во-первых, уменьшается период ПК. Вот это расстояние между П и К, оно становится меньше. Второе. Сглаживается зубец Т. Он, видите, здесь отнесен очень далеко. В данном случае он становится отрицательным. И что самое главное, появляется еще один дополнительный зубец. Это зубец У. Вот такая электрокардиограмма при гипокалиемии. Давайте посмотрим на это еще раз, потому что степени проявления гипокалиемии бывают разные.
И кроме вышеперечисленных признаков, вы видите, ЭКГ при гипокалемии может иметь и такой вид. Смотрим на верхнюю картинку, и вы видите положительный зубец Т, но после него положительный зубец У. Вот таких два зубца в фазу реполяризации, в фазу расслабления бывают только при гипокалемии. Посмотрите еще один вариант гипокалемии, синенькая картинка. Здесь происходит еще снижение сегмента СТ, то, что обычно мы видим при ишемии миокарда. Снижение сегмента СТ, дальше минус-плюс пошел сам зубец Т, и еще одна волна – это зубец У. Посмотрите, как это связано. Собственно, по ЭКГ мы можем даже приблизительно сказать об уровне гипокалемии. Итак, если она только начинается, то зубец Т у нас уплощается. Если она нарастает, к зубцу Т прибавляется зубец У. Если идет дальше нарастание, то СТ становится отрицательный, зубец Т минус-плюс и переходит в зубец У. И если, и вот это очень важно, если у нас очень выражена гипокалемия, здесь можно перепутать зубец Т и У. То есть вот если не считать интервалы, то кажется, что ну, чуть-чуть снизилось СТ и большой вертикальный Т. Нет, это уже не Т, это зубец У. И как мы их дифференцируем, он дальше отстоит от всего комплекса. Не там, где должен быть по расстоянию Т, а намного дальше. Это зубец У. Вот такие характерные картины при гипокалемии мы будем видеть на электрокардиограмме. Запоминайте, это достаточно легко. Болезнь Ценка-Кушенка. Возвращаемся к самому заболеванию. Итак, какие методы диагностики, кроме электрокардиограммы и признаков гипокалемии на электрокардиограмме? Это рентгенография турецкого седла, но мы достаточно подробно ее разобрали на примере акромегалии. Опять же, определение полей зрения, потому что все то же самое, это же аденома гипофиза. Он увеличивается и сдавливает поля зрения. Это уже исследование другой группы гормонов 17 ОКС и 17 КС в моче. И уровень кортизола 17 ОН, прогестерона в крови. Гормональные пробы с дексаметазоном и преднизолоном. Ну, обо всем немножечко подробнее. Рентгенография турецкого седла. Вот указано стрелочками, какое широкое мы видим место для гипофиза. Нарушение зрения все то же самое, то есть при проверке на компьютере мы видим сужение, изменение полей зрения, несимметричное, оно может быть каким угодно. Определение 17 ОКС, 17 КС в моче. КС – это кетостероиды. Они являются продуктами метаболизма мужских половых гормонов, андрогенов. В женском организме практически все 17 кетостероиды, которые выделяются с мочой, образуются из андрогенов, секретирующих в сетчатке коры надпочечников. У мужчин источником 1/3 общего количества метаболитов андрогенов являются яички и 2/3 надпочечники. В анализе на 17 КС входит несколько показателей. Ну, вы видите перечисление гормонов, которые входят в общий анализ на гормона. Проще сказать, что мы назначаем пациенту стероидный профиль. И опять вы видите длинный список. Андростендион, кортизол, кортикостерон, 11-дезоксикортизол, ну и так далее. Все эти гормоны входят в стероидный профиль пациента. Ну, здесь просто надо знать нормативы и в них ориентироваться. Гормональные пробы. В данном случае мы говорим о глюкокортикоидах, и первая гормональная проба – это проба с дексаметазоном, это тоже глюкокортикоид. Ну, эндокринологи очень много вкладывали в изучение вообще всех этих болезней, и многие пробы и многие болезни названы именами известных эндокринологов. В данном случае это проба Лидла. Вы видите подробное описание, как она проводится, проба по крови и проба в моче. И, собственно, результаты этой пробы позволяют определить, или это гипофизарная болезнь Кушинга, вот, или это надпочечниковый синдром Кушинга. Вот это такая дифференциально-диагностическая проба, называется проба Лидла.
Ну, собственно говоря, Лидл — это эндокринолог, декан медицинского факультета в США. Вы видите, года его жизни. Все это было не так давно. И он в 1963 году описал семейную форму гипокалиемической гипертонии, которая была вызвана особенностью почечных канальцев, а не повышенным уровнем альдостерона. Но это, я говорю совершенно о другом, это не проба, это синдром Лидла, просто я немножечко хотела пару слов сказать конкретно об этом эндокринологе. Вторичные эндокринные гипертонии, мы продолжаем эту тему, и вот у нас на нашем таком панно появилось еще одно заболевание, это болезнь Ценка-Кушинга, связана с повышенным уровнем адренокортикотропного гормона с аденомой гипофиза, и вы видите характерный такой признак его. Это очень тонкие ноги, но при этом достаточно выраженное ожирение тела. Ну, также сахарный диабет и акромегалия, о которых мы говорили раньше. И сейчас мы поговорим о синдроме Ценка-Кушинга. Для этого мы должны понять, какие, собственно, гормоны у нас синтезируют надпочечники. Ну, надпочечники – это очень большое количество гормонов. Они состоят из коркового вещества и мозгового вещества. И в корковом веществе в наружном слое синтезируется альдостерон, в среднем слое – глюкокортикоиды. И сегодня мы будем говорить именно об этом слое. То есть, если у нас аденома именно среднего слоя, то она приведет к повышению уровня глюкокортикоидов и соответствующий синдром Ценка-Кушинга. Внутренний слой синтезирует половые гормоны, а мозговое вещество – катехоламины, адреналин и норадреналин, которые, между прочим, тоже повышают артериальное давление. Итак, синдром Ценка-Кушинга. Ну, все то же самое. Тонкие руки, тонкие ноги, большое тело, высокое кровяное давление, лунообразное лицо, красные стрии, отвислый живот, плохое заживление ран, жировые отложения, горб бизона, румяные щеки, кровоподтеки. И вы видите, вот я таким нам запоминаловку для нас, для всех поставила вот эту румяную девушку с такими, ну, у нее здоровые щеки, но мы для вами просто, чтобы были такие у нас запоминалочки. Запомним, что при синдроме Ценка-Кушинга всегда тоже патологические румяные щеки. Вот так выглядят эти люди, что в детстве, что во взрослом состоянии. Опять тонкие руки, ноги и большое тело, стрии, лунообразное лицо. Вот. Но здесь, правда, румянца не очень видно. Еще это уже мужчина, вы видите, как меняется тело до и после лечения. И девочка вот с этими уже розовыми щеками, вот, ну, которые соответствуют нашей картинке. Диагностика. Ну, безусловно, диагностика связана с определением уровня гормонов при данной патологии. Определение суточной экскреции кортизола с мочой, ночная дексаметазоновая проба, определение АКТГ в плазме крови, компьютерная томография надпочечных, грудной клетки, ЯМР гипофиза. Лечение. Медикаментозное лечение, диуретики, это уже для лечения артериальной гипертонии, в том числе спиронолактон, тоже понятно почему, хирургическое лечение или облучение тяжелыми частицами. Так что мы с вами быстренько разобрали еще один синдром, и на нашем панно появилась еще одна такая румяная девушка. Это, правда, без патологии, но мы помним, что при синдроме Ценка-Кушинга у нас румяные щеки и круглое лицо. Продолжим дальше нашу тему гормоны надпочечников, потому что это кратенько. И посмотрим еще мозговое вещество надпочечников, которое увеличивает количество катехоламинов, то бишь адреналина и норадреналина. И это приводит к повышению артериального давления. Еще раз напомню, все эти синдромы мы с вами рассматриваем только потому, что они приводят к симптоматическому повышению артериального давления. Итак, феохромоцитома – гормонально активная раковая опухоль клеток надпочечников, секретирует большое количество гормонов, в том числе адреналин. Распространенность ее не очень высокая, приблизительно 1%. По показаниям для диагностики феохромоцитома являются симптомы особенно пароксизмального типа. Они не текут постоянно, а вот то, что в жизни называется приливами, вот не было-не было, началось. Артериальная гипертония, тахикардия, головная боль, профузная потливость, прилив.
отпустила. Инциденталома надпочечников – это такое интересное название, связанное с словом «инцидент», то есть случайно найденная опухоль надпочечников может быть причиной всего этого. Синдромы феохромоцитомы, спровоцированные медикаментозно, тоже могут вот вызывать всю эту симптоматику. Также обсуждается семейный анамнез при вот этой патологии. Итак, еще раз, симптомы при феохромоцитоме. Вот вы видите, тут надпочечник и выделена опухоль мозгового вещества. Симптомы периодические. Периодически, вот это очень важно при феохромоцитоме, вот эта периодичность всех этих симптомов. Итак, эпизоды повышения артериального давления, головная боль, потливость, сердцебиение, бледность, лобильность артериального давления, подъемы давления могут быть спровоцированными приемом препаратов метоклопрамида, симпатомиметиками, опиоидами, антидепрессантами. Ну и вот это вот сочетание всех этих симптомов позволило мне поставить вот эту даму в качестве нашей картинки, символизирующей феохромоцитому, бледность. При том, что давление высокое, при том, что вот эта потливость, но при этом бледность. Вот отличительный симптом феохромоцитома. Лабораторная диагностика. Естественно, основным диагностическим методом является определение уровня соответствующих гормонов крови. Ну и вы видите методику, как это все должно быть сделано. Топическая диагностика. Рекомендована только при наличии лабораторных данных о диагностически значимом повышении метанефрина. Компьютерная томография, обладающая лучшим пространственным разрешением и цифровой информацией о плотности опухоли на всех фазах исследований при сравнении с магниторезонансной томографией. То есть лучше компьютерная томография. Также применяется сцинтиграфия при подозрении на метастатическое поражение и позитронная эмиссионная томография. По клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению феохромоцитома, то есть вы представляете, насколько серьезное заболевание, что есть даже отдельная ассоциация, которая изучает непосредственно это заболевание, всем пациентам с подозрением на феохромоцитому показана предоперационная подготовка альфа-адреноблокаторами. Предоперационная подготовка альфа-адреноблокаторами и по показаниям бета-адреноблокаторами проводится до нормализации уровня артериального давления, достижения целевой частоты сердечных сокращений, ликвидации индуцированного избытка катехоламинов и гиповолемического синдрома. Когда я сказала вот это слово альфа-адреноблокаторами, вы сразу вспомнили о том, что группа альфа-адреноблокаторов, она входит в дополнительные группы по снижению артериального давления. И вы помните, эта группа применяется при сочетании высокого давления и аденомы предстательной железы. То есть официально зарегистрированная группа, которая входит в стандарты лечения гипертонии. Дополнительная группа из стандартов лечения гипертонии. И здесь она особо показана, потому что причиной этой гипертонии, собственно говоря, является выброс адреналина, а это группа альфа-адреноблокаторов. Оперативное лечение. Пациентам с надпочечником феохромоцитомы необходимо проводить лапароскопическую адреналоктомию. Для больших и инвазивных опухолей предпочтителен открытый доступ в избежание повреждения капсулы опухоли и ее диссеминирования. С целью предотвращения хронической надпочечниковой недостаточности при наследственной двусторонней феохромоцитоме возможно проведение с одной из сторон частичной адреналоктомии, предпочтительнее слева. Пациенту должны быть разъяснены негативные аспекты такой тактики, высокая вероятность местного рецидива и повторной операции в условиях рубцового процесса. Лечение злокачественной феохромоцитомы. Для постановки диагноза злокачественной феохромоцитомы необходимо наличие метастатического поражения паренхиматозных органов или костей. При злокачественной феохромоцитоме симптомы гормональной гиперпродукции должны быть купированы блокаторами адренергических рецепторов тироксиназы. Для воздействия на опухолевый рост при злокачественной феохромоцитоме необходимо рассмотреть возможность хирургического лечения радиотаргентной терапии, прикостных метастазов, дистанционной лучевой терапии. Пациентам с наследственной феохромоцитомой необходим персонализированный подход к обследованию и лечению в соответствии с генотипическими особенностями заболевания. Они должны быть обследованы и пролечены в специализированных центрах экспертного уровня.
Ну, вот такое общее представление, очень общее представление о феохромоцитоме. И у нас появилась еще одна картинка. Вот такая женщина с приливами, но при этом жутко бледная. Вот она у нас будет символизировать феохромоцитому. А на нашем панно добавилось еще одно заболевание, которое приводит к повышению артериального давления и лечится группой альфа-адреноблокаторов. Спасибо вам огромное за терпение. И я надеюсь, что все-таки вот это понятие симптоматические эндокринные гипертонии, оно уже получает у вас какую-то конкретику. Становится более понятно, о чем идет речь. Потому что мне кажется, что после того, как мы заканчиваем институт, мы как бы понимаем, что да, есть группы заболеваний эндокринологических, которые приводят к повышению артериального давления, но сильно в голову все это вместе не берем. А заболевания очень интересные, опасные для жизни пациентов. И, мне кажется, есть профессиональная гордость в том, чтобы правильно поставить или хотя бы заподозрить это заболевание и рекомендовать этому человеку консультацию эндокринолога, который занимается именно этой патологией. Вот. Я за профессиональную гордость, а вам большое спасибо за терпение. До свидания, до новых встреч.